Воспитанники детского сада «Едейка» побывали в гостях у главы города. Марина Трескова провела для них экскурсию и рассказала о работе органов местного самоуправления. Дошколята получили много интересных знаний, положительных эмоций и сладкие подарки. Репортаж Ирины Волокитиной. Общий язык с дошколятами глава города нашла быстро. Марина Трескова с удовольствием отвечала на их вопросы и рассказывала о достопримечательностях площади, на которой она их встретила. Затем все дружно посетили архив. Снятся документы, история нашего города, история, которая рассказывает о наших жителях. Многотомные стеллажи начнут сейчас двигаться. Кто будет помогать мне? Я по очереди. Так, смотрите, это и раз у нас открылась совсем другая история. Разговор с детьми велся в игровой форме, наиболее доступной и понятной для них. На самом деле все было подчинено главной теме – воспитанию патриотического отношения к городу, уважение к окружающей природе. Вы любите свой город? Да. Вы бережете все, что создается в этом городе? Да. Глава с дошколятами ходила по многим отделам администрации города. Побывали, например, в управлении экономики, познакомились с таким понятием, как городской бюджет, узнали, какая его часть тратится на содержание детских садов. Затем примерили кресло народных избранников в зале заседаний городской думы, устроили почти настоящее совещание в кабинете главы. И вот тут оказалось, что малышей волнуют совсем не детские вопросы. Мост Салихард. Я думаю, что мост в Салихард появится вот в ближайшем будущем. Почему? Потому что совсем недавно, в апреле месяце, президент дал поручение всем руководителям профильных структур заняться реализацией проекта «Северный широтный ход». А в рамках этого проекта у нас с вами предусмотрено строительство моста. Будет ли в Лабытнанге зоопарк, сколько лет семилиственницам, построят ли путепровод? Глава города подробно отвечала на все вопросы любознательных дошколят. Дети и взрослые остались довольными встречей. В администрации столько интересного. Мы узнали, что город надо беречь, что все можно построить. Мне очень понравилось. А что, чтобы все... в городе было нормально и хорошо. Я знаю теперь, как нужно беречь город, выбрасывать все ненужное, охранять природу и нигде не мусорить. Мне понравилось, как мы сидели, флаги. Марина Ароновна, она... красивая, добрая. Марина Ароновна расположена к любому возрасту. Будь это ребенок, да, дошкольник, или это пенсионер нашего города, или это взрослые люди, либо это подростки, она к любому найдет подход. Это было очень радостно видеть, как дети откликались, да, как дети относятся. Им в простой форме действительно рассказали о том, что такое администрация, потому что они всегда считали, что в это здание никто не может зайти, оно какое-то тайное, секретное. На самом деле... очень просто, что наш мэр простой такой же человек. В завершение встречи малыши преподнесли Марине Тресковой подарок, сделанный своими руками, а в ответ получили сувениры и сладости. Ирина Волокитина, Сергей Антропов, программа «Время местное».